Он собирает вокруг себя четверых игроков. С мячом он удар в дальний угол. Рикошет. Мирзав. Нет, вне игры. Удар! Гол! 2-2! И сразу же другое настроение. Ну вот она, быстрая атака Арсенала. Тем временем Локомотив атакует. И смотрите, как Смолов собирает на себя четверых и продавливает оборону Ростова. Удар и гол. Федор Смолов! Прекрасный гол забивает центральный нападающий Локомотива. И то, как он выстоял в этом единоборстве, обыгрался в стенку и открылся под обратный пас, это все уровень, экстра-класс. Федор Смолов 2-0. Во втором подряд матче нападающий сборной России отличается.